Kolega Czernowa o tym. Я когда показывал окончательный уже записанный демо-вариант, как бы вот созданной песни, я показывал его, ну и скажу, да, Илья же он искренний конкретный человек, то есть если ему не понравилось что-то, он все это высказывал. У нас, допустим, произошел небольшой спор, недопонимание с песней «Ночная радуга». Допустим, ему понравился припев, а куплет не понравился, или наоборот, я уже не помню. А допустим, ну тем не менее, все равно песня была записана и вошла в альбом, в «Командор», так как она есть. Вот. Плюс, я же говорю, еще и, оказывается, есть версии в исполнении группы «ЭГЗ». Вот. А вот уже с песней «Колесо» на его стихи, там никаких не было пререканий. Или понравился этот вариант, он даже показывал в компании, говорит, смотрите, какая хорошая песня, ему это устроило.